Represent your country, raise your flag, show you to country. Мы рады приветствовать вас в преддверии международного футбольного матча. С вами комментаторы Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня Аргентина сыграет против сборной Хорватии. Первому чемпионату мира в истории России и всей Восточной Европы предшествовала очень напряженная и яркая отборочная кампания. Главным разочарованием в европейском регионе стала очередная неудача сборной Нидерландов, которая вслед за чемпионатом Европы пропускает и Кубок мира. А одной из главных радостей отборочной кампании стала игра сборной Сербии, которая вышла из группы с первого места. Стадион в Нижнем Новгороде расположился в удивительном месте на пересечении двух рек. А фасад сооружения, благодаря своей расцветке, буквально сливается с водой и ветром. Он не только красивый, но и максимально функциональный стадион, который вмещает 45 тысяч зрителей. Наконец-то в Нижнем Новгороде появилась современная арена. Надеемся, что это станет первым шагом к возвращению большого футбола в город. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересна. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть большую часть матча. Состав Хорватии. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Матч чемпионата мира начался. Сборная Хорватии с мячом. Крамарич. Манджукич. Перишич. Теперь в атаке соперник. Иван Перишич. Эдуардо Сальво. Что в этой атаке Аргентина нам покажет? Нет, такими ударами забить вряд ли удастся. Какой-то, знаете, между собой. Стринич. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Крамарич. Перишич. Андрей Крамарич. Передача на Модрича. Модрич опасен, и сразу двух. Крамарич. Защита надежная. Играет мяч, отобран. Лукас Билья. Нет, не дошел этот пас до адреса. Какой своевременный отбор. Ну-ка, наказать за такую потерю голом. Месси бьет. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Иван Перешич. Крамарич. Сборная Хорватии идет в атаку. И подает штрафную.
тайм-аут в пользу хорватов. Детская ошибка. Просто подарил он мяч сопернику. Лукас Билли. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Эх, жаль, хорошая могла бы получиться атака. Как он работает с мячом, всех обыграл. Положение вне игры. Лукас Билли. Атакует Аргентина. Аут. Посмотрим, смогут ли они довести эту атаку до удара. Штрафная совсем рядом. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Билли. Просто невероятный перехват. Иван Ракитич. Стринич. Андрей Крамарич. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Иван Перешич. Перешич. Иван Ракитич. Ракитич. И Лука Модрич тащит мяч вперед. Лукас Билья. Эдуардо Сальви. Лионель Месси. Маскеран. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Стринич. Модрич. Ракитич. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Модрич! Агуэро оказался неточен. Его пас перехватили. Первый тайм завершен. На табло нули. Коллега, хотелось бы услышать твой короткий анализ игры Месси в первом тайме. Мне кажется, что он сегодня играет очень неважно. Он мало продуктивен, и у него просто какой-то колоссальный процент брака. Второй тайм начинается, и начинают его аргентинцы. Марио Манджукич. Хорватская сборная переходит в атаку. Ракитич. Иван Ракитич. Играют они в короткий па. Бей и выводи команду вперед! Рядом со штангой мяч проходит. Неплохой получился удар. Чуть поточнее, и точно был бы гол. Маркос Ром. Лукас Билли. Атака продолжится через фланг. Точности не хватило его передачи. Соперник легко разгадал эту затею.
Лука Модрич. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Стринич. Крамарич. Иван Ракитич. Маркос Рохо. Месси. Пошли последние полчаса игры. Билья. Лионель Месси. Может получиться интересная атака. Продолжает идти вперед. Лионель Месси. И Месси. Мяч словно приклеился к перчаткам голкипера. Маскеран. Билья. Месси с мячом идет вперед. Марио Мандзюкич. Обратный пас. Очень быстро сыграл. Крамарич. Марио Мандзюкич. Ракитич. Крамарич. Такой шанс упускает команда. Мог и, наверное, все-таки должен был он открывать счет, но удар подкачал. Хавьер Маскеран. Такими действиями игру не обострить. Эдуардо Саль. Месси. Надежно играет защитник. Атака прервана. Передача в его исполнении сегодня невероятно точная. Ракитич. Перишич. Сборная Хорватии идет в атаку. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Маскеран. Еще достаточно игрового времени, 10 минут. У Хорватии замен. Отаменди. Все верно, пора сместить акцент атаки. И вперед он идет. Опасно! И есть гол! Много им времени понадобилось, чтобы счет был открыт. Посмотрим теперь, как пойдет игра. Как же здорово сыграно, а? Очень вкусно, я бы сказал, мяч. Ну, ребята, ну как же так? Надо же страховать своего вратаря. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Начали после гола Аргентины, а они вышли вперед. Лука Модрич. Матео Ковачич. Брусалько. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надо забивать и сравнивать счет. Неплохой удар. Не точно, но довольно опасно. Мы видим, что возникают возможности для взятия ворот. Чуточку собранности, точности и везения. И все, тогда мы увидим гол в этом матче. Иван Ракитич. Перешич. Как же вовремя защитник перехватил передачу. Спас просто. Ди Мария. Из этой атаки может получиться что-то стоящее.
В этой атаке оборону пройти. И заканчивается эта встреча. Он неплохо сегодня смотрелся. Хороший матч. Отлично он сыграл. Кстати, забил решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренер, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним. Опасно!